Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим комплекс упражнений с гирей, направленных на развитие скоростно-силовых качеств бойца. Первое упражнение – толчок гири вверх. В отличие от классического выполнения упражнения, мы грузим одну ногу и переносим вес тела при толчке на другую. Упражнение развивает взрывную силу ног, косых мышц живота, низ спины, плечевой пояс и межмышечную координацию. Является подводящим упражнением к акцентированному удару. Следующее упражнение – толчок гири под углом 45 градусов. Данное упражнение является подводящим упражнением к прямому удару. Дабы не нарушать технику, упражнение выполняется под углом 45 градусов. Если мы будем толкать гирю перед собой, гирю будет уводить руку вниз и нарушать целостность удара. Вся работа в данном комплексе выполняется с максимальной интенсивностью и на взрыв. Следующее упражнение – маховые движения гири снизу вверх и сверху вниз. Данное упражнение развивает практически все группы мышц и наряду с другими упражнениями является подводящим к удару апперкот. Упражнение выполняем с переносом веса тела с ноги на ногу. Траектория движения рук напоминает восьмерку. Данное упражнение выполняется без пауз в максимальном темпе. Следующее упражнение – повороты с гири из стороны в сторону. Развивает взрывную силу ног, косых мышц живота, спины, плечевого пояса и развивает межмышечную координацию. Наряду с другими упражнениями может являться подводящим к отработке боковых ударов. Следующее упражнение – рывок гири. В отличие от классического выполнения упражнения, вся работа идет с ног. Акцент делаем на одном движении, стараемся выполнить рывок только за счет ног. Переходим к отработке ударов и защитных действий с гири. В этом упражнении мы имитируем защитные и ударные действия. Стараемся использовать свой весь технический арсенал. Отрабатываем переход от защитных действий к ударам. В данном упражнении мы сочетаем целостность работы рук и ног. Работаем в высоком темпе. Данный комплекс мы заканчиваем упражнением на предплечье. Первое упражнение – переворачиваем гирю слева направо и наоборот. В данном упражнении важно, чтобы ваша кисть была прямой и предплечье не отрывалось от поверхности. Данное упражнение развивает мышцы предплечья, что поможет нам в борьбе и при нанесении удара. Следующее упражнение – подъем гири к себе. Как и в предыдущем упражнении, предплечье у нас находится на неподвижной опоре. Подъем гири мы осуществляем за счет движения кисти. Так как комплекс очень энергозатратный, его стоит выполнять на отдельной тренировке, либо разбивать на части. Комплекс мы выполняем с интервалом 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. За каждый подход спортсмен должен выполнить не менее 20 повторений. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Приходите к нам в Грушу.